Друзья, наконец-то доехал наш квадрокоптик Мавер, на который мы собирали Мавик, на который помогали вы на стриме, на который мы на барахолке собирали. И теперь он едет на защиту Украины. Держите, друзья. Вот, мы вам передаем. Вот, друзьям отдали. А мы летим в одесские катакомбы. Ты ж помнишь, ты мне денег должен за телефон, что у меня мусора забрали. Пубертат увидел мир. Hello, dear friends. I'm Valentine, explorer of the catacombs in the city of Odessa, Ukraine. Our catacombs are very large, the biggest in the world, believe me, it's true. We are on the channel Super Sus, explorer of the underground space from the Kyiv, capital of our country, Ukraine. I hope our country, our travel, Да нормально, я склею, скажи, I hope my, вот это вас, I hope, можешь? Да, да. I hope our today's travel will be very interesting and fun for you. Oh, thank you very much. Смотрите, пацаны, оказалось, что даже в одесских катакомбах висят галимые наркоманы. Поебаю вам, Ну не сама ли судьба спасла его? Всем нарколыгам, кто принимает наркотики в морду, блядь. Хлоп, клоц, блядь, клоц на морду на вашу наркоманскую. Тьфу! Слышь, Валентина, что это лисичка нарисована? Как ни странно, это не просто рисунок, это марка. То есть иногда вместо каких-то аббревиатур и иероглифов в сокращении используют рисунки. В конце 70-х ходил под землю Олег по кличке Лис. У него фамилия начиналась на Лис, я не помню. Вот, может, Лисогор, по-моему. Он рисовал вот такую морду лисы. Все ее знают, она есть в Нерубайском в огромных количествах. То есть это как обозначение, что это его территория? Да, да. Что это лучше не заходить чужим, да, или как? Ну, не так, не настолько плохо, но да, вот что он здесь был, да. И... А у тебя свои теги есть? Ну, гном, точно, но я не ставлю просто. Как ты говоришь? Гном, я писал гном, все знают эту... Это позывной твой? Марку, ну, то, что называют никнейм. Но я его не рисую уже много лет, я просто не маркируюсь, ничего не пишу. Так ориентируешься уже? Вот, да. Ого, мы же на рыбалку сюда приходили, да? Собирать. Наивые. Ебать, это жмых, я не заметила. Самый узкий ход, который мы когда-либо встречали в одесских катакомбах. Я имею в виду хода в полный рост, но при этом ширина совершенно ненормальная. Местами надо идти боком. Как он так образовался? Это люди, работа людей. Хозяин участка наверху закрепил шахту под домом, заложил все камнем, но... Так как он добросовестный человек, он оставил узкий проход, чтобы можно было ходом пользоваться. Угу. Сейчас вы увидите, насколько он узкий. Вот это да, вот это по мне. Узенько, я люблю поузенько. Вот это кайф, я понимаю. Смотри, жаба или что это? Что это такое? Это, да, народы жабки. Пуголовок. А что это за надпись такая необычная? Действительно необычная. В детстве у меня вызывало большое удивление, почему женские подписи в шахте. Смотрите, Ефросинья Фомовна, причем гляньте на первую букву, это даже не F, это фита. Ну, в греческом языке тета. То, что в английском мягкий TH, звук между T и F.
она использовалась в русском языке до конца 19 века. Зиенкова была в с твердым знаком в скале, вот, вместо еять, в, опять с твердым знаком, в понедельник с ошибкой, из Аксютой Аврамовой непомнящей. Две женщины в скале, это в катакомбах по-старинному, гуляли по катакомбам. Почему? В 19 веке, извините, не было ни диггеров, не было ни спелеологических клубов, что женщины делали в катакомбах. Это жены шахтеров. Я долго не мог понять. Да, пока мне старые поисковцы не объяснили. Ты увидишь кучу женских надписей, они гуляли, знали катакомбы не хуже тебя. Каждый день жена должна была мужу принести обед в катакомбы. За лошадями ухаживала. Естественно, да. То есть женщины, даже они помогали работать в катакомбах. А что это треугольнички? Это пробы делали или что это за спилы? Нет, это для лошади. Мы еще увидим, наверное, где-то будет высокий ход, и вот этот угол будет гораздо больше, до пола. Это сделано для облегчения прохода лошади. К своему стыду, я не знаю, у нее была широченная деталь упряжи, она, то есть лошади была узко, мешала проходить по катакомбам. И очень часто на углах видно срезанные, вот такие, как вырезанные полосы. То есть эта лошадь чиркала по стене, вырезала. Вот это шахтеры вырезали для облегчения прохода. Вот, наверное, скорее всего. Вот, а, видно. Вот оно, вот. Вот, вот. Вот, Виталик, ты нашел его. Вот, вот, вот. Вот, прочесано. Вот, вот это сделано лошадь. Это какие-то специальные породы использовались? Да, совершенно верно. Очень низкорослые лошади. Между прочим, мы вот сейчас как-то считаем, что пони – это лошадь для детей. Ну, какая-то декоративная лошадь, чуть ли не игровая. Ничего подобного, это шотландские угольные лошади. Это лошади, которые работали на угольных шахтах. И типа специально такими сделали? Да, то есть выводили, отбирали лошадей ниже ростом. А это, слушай, скажи, для лошадей считалась работа вредная для здоровья? То есть лошадь тут очень быстро приходила, конечно, в негодность? Ну, естественно. А сколько всех срок службы был такой подземной лошади? Не знаю, если честно, без понятия. Другое дело, что оно, если на угольных шахтах это действительно очень вредно, на наших оно не настолько вредно, здесь химически нет ничего агрессивного. Другое, они слепли. Слепли быстро. Они очень быстро слепли, да. А люди не слепли так? Нет. Они каждый день возвращались домой. А лошади жили в шахте. У них тут стойла были? Да, мы находим конюшню. А да. Мне кто-то говорил, что шахтеры тоже жили здесь. Что их никто не выпускал отсюда. Вопрос, в смысле, очень сильно отличается ситуация в городе и в селах. В городе, да. Даже называлась общественная казарма, то есть типа поселение каменоломов под землей. Мы находим некие комнаты, где стоят столы для еды, лежанки и так далее. При этом никаких находок времен войны, только царского времени. Это явно жилище каменоломов. Но мы в селе. Здесь работали местные жители, крестьяне, которые обрабатывают землю. Каждый день они имели возможность вечером вернуться домой. Я что-то думал, что пан взял 100 человек, загнал под землю, поставил охрану возле входа и месяц живите так там. Так было в городе. И палки давал, если вылезешь. Совершенно верно, но это в городе. Приноси денежки. Даже в городе не настолько жестко, то есть не палки давал. Другое, что, как и везде в 19 веке, была практика очень нехорошая. Свой магазин для шахтеров с завышенными ценами, и шахтер имеет право покупать товары только в этом магазине. В смысле, как? Да, то есть он имеет право пойти купить на стороне, вечером его встретят, пару человек объяснят, что так не стоило делать. О, как? Серьезно, это есть в книгах про шахтеров. Объяснение, как происходило, физическим внушением? Да, да, да. То есть, хотели. Да, что было доступно, да. Хотели шахтера. Вот. А просто я к тому, что типа, почему мне некоторые лазвища объясняли, что типа люди здесь жили, вместе с лошадьми, сходили с ума от этих лошадей, поэтому этих лошадей хотели в сраку. И потом нет, как нет, бы и съедали вот их. Такого не было. Просто значит, вот эти рисунки там, где мужчина гатит лошадь. Нет, это не более чем фантазия. Шахтеры лошадей очень ценили, относились к А что, это так, просто как сумасшедшие рисунки уже не шахтерские получается? Я думаю, да. Там где наполовину лошадь, наполовину человек. Да, это половину, там где пан, который плеткой бьет да, шахтера. Да, это безумие, это какие-то уже рисунки следующего поколения, которое уже сочиняло нездоровые легенды. То есть не было такого, что шахтеров били паны? Нет. Палками загоняли? Не было. Они сами здесь прекрасно работали. Дело в том, я что понял. Здесь в основном большинство шахтеров хуже того. Обычно неудачники, то есть какие-то беглые, какой-то криминальный элемент, люди, которые решили завязать с криминальным прошлым и найти работу, но пускали их работать только на шахту. Плюс спившиеся люди и так далее. Вот. Понятно, нам всем сюда. Это работа для лузеров. Все для нас. Да. А на колбасу их не крутили? Уф, нет.
Когда лошадь калечилась, ее не съедали? Дело в том, что павшее животное есть нельзя, потому что оно уже считается, что умершее животное нельзя есть, надо забить. Не, ну если ногу сломало. Нет, думаю, нет. Думаю, что такого не было. Вот никто в Одессе не ел конину. Это уже... Это 1905. Старинный корабль? Да. Дело в том, что это никак не 95-й, потому что в 93-м я его уже видел. Вот. Блин, а что такое потолок ровный? Это машина срезала? Да нет. Люди пилами. Нет. А как так сделали ровнюсенький? Вот здесь, нет, ровно он просто идет по слою, значит, его откалывали ломами, но... А, вот следы где-то есть от заколов. Вот это били ломом, ручным ломом. Ну так вот, я смотрю, вперед вообще идеально ровнюсенький. Да, тем не менее, это сделано вручную, обычными ручными инструментами. Это дирка? Как? Ого! Какая вода красивая, ты шо? А там тоннель еще дальше? Это нижний ярус. Вау! А, и наверх идет, да. Ты шо? Это раньше люди воду брали? Более того, обратите внимание на контур. Он не круглый, он овальный. А шо, ты там был снизу? Да, здесь очень легко побывать, мы сейчас можем побывать. Вот а сверху шо? Очень близко и спуск. Посмотри, какой красивый оттенок, благородный, да. Как на Азовском море. То есть воду, да, можно смело пить, да? А что это? Это какие-то минералы дают такой цвет? Вообще говоря, то, что она зеленая, это значит, что в ней все-таки живет какая-то водоросль. То есть, видимо, но абсолютно безобидная, потому что поколение и шахтеры, и мы ее пили. То есть дождь просачивается сквозь камень, фильтруется и оказывается вот на границе камня с глиной. Ну, пацаки, мы к колодцу снизу подошли, идеально чистая вода, берем пробу. Холодная. Ух, я думаю, что... Ого, даже аж сводит пальцы. Холоднючая. А что это за вагончики нарисованы? Ничего особенного. Очень типичный рисунок. Любая война, очень важное событие в истории человечества. Каменоломы всегда рисовали во время любой войны какие-то военные сцены, солдат и так далее. В каждом вагоне солдат. Вот это, как ни странно, винтовка у каждого торчит, пика. Солдаты едут на войну. Обратите внимание, насколько детское примитивное мышление. Каждый солдат размером с полвагона. Ну, это же раньше люди такие были богатыри. Ну, да. Тем более советский солдат. Ну, тем более это таракан нарисован, видно. Или это не Второй мировой? Нет, ой, какой второй? Это еще до Первой мировой. Это, да? Эта шахта гораздо старше. Я подозреваю, вот рядом мы только что видели дату 1880-х. Я подозреваю, что это люди еще едут на последнюю русско-турецкую войну, 1878. А, тогда тем более богатыри были по 3 метра. Да, может быть. Это уже научно доказанный факт. Интересно. А тут на дудочке, смотри, играет, вот этот едет, глянь. Вот этот. Точно. Смотри, видишь, ноги свесил. На дудке. Смотрите, что мы обнаружили. Кто-то туалетной бумагой отмечал на стенах свой путь. И видно, что это туалетная бумага. Уже, ну, человек испугался очень сильно. Произошел конфуз. Пришлось использовать туалетную бумагу по назначению и отмечать свой путь. Вот мы идем, и здесь куча вот таких вот отметин. Вот еще одна бумага, их здесь куча, они идут прямо по тоннелю. Такая жизнь, пацаны, а шо? Куда деваться? Куда деваться с подводной лодки?
схемы. Я просто для примера, я взял самые разные, то есть разное качество абсолютно. Так что тут карты ваши диггерские? Ну, не диггерские, то есть часть снимал клуб «Поиск», часть энтузиасты отдельные, в смысле, одиночки. А внизу там вообще промышленные карты снимали рабочие. Они очень разные. Дело в том, что карты катакомб вообще выглядят очень по-разному. Вот видите, здесь везде идет одна линия, так называемая однолинейки. Это кусок... Снимал, да, Павлик Лавренко в 70-х. Здесь вообще все не пляшет, карта жутко неточная. Он снимал это просто компасом и ногами, шагами, и откладывал на тетради просто. А есть какие-то схемы ты, которые рисовал? Здесь не взял сегодня. Ну, вообще рисуешь? Да, естественно. Слушай, скажи, а как мы вообще ориентируемся? Ну, мы бы сейчас без тебя наружу... С ума сошли тут. Ну, никогда в жизни бы уже не вышли. Вот как ты ходишь без карты? Этот район просто любимый, вот и все. У тебя все в голове? Ну да, естественно. А где же оно должно быть? Ого. Нет, это не ого, это более того. Для тебя это просто такие обычные вещи, а для нас это с ума сойти. Ничего, обычный кусок туннелей под городом. Друзья, мы бы это довольно быстро обошли. Это 500-ка, если не ошибаюсь. Да, это... Ты понимаешь, во-первых, для Киева, а во-вторых, для телезрителя, который не лазит, сидит сейчас дома за монитором, пьет чай, для него это в голове не вкладывается. Такое количество тоннелей под городом, это даже не метрополитен, это я не знаю. Это всего лишь один район. На второй заставе, к сожалению, вот это все уничтожено. Зеленый фломастер — это то, что, когда я работал, мы успели засыпать песком. На данный момент вот все вот в таком пределе где-то засыпано песком. Полинва, дали бы вам такую карту, вышли по ней? Ну, через недельку бы вышли. Вот минимум. Очень ценная карта. Плутали. Она дико неточная. Видите, это одна линейка, сделана компасом и шагами. Но это знаменитый лагерь Бадаева. Вот. Вот лагерь простирался вот вдоль этой штольни. Вот эти тупики, это их спальни, столовые, вот где-то даже пишется вот печь, это кухня. Вот здесь была библиотека, здесь жили партизаны. Вот это вот. Вот это лагерь отряда. Сейчас там воды выше потолка. То, что, слушай, а что расскажи про, вот это, про партизанов как про явление, ну, как явление вообще? Что у них там происходило? Слишком долго рассказывать. Ну так, в двух словах чисто, бо люди же не знают этого. В двух словах наше партизанское движение не достигло цели, то есть оно было очень неуспешным. Они очень активно начали бороться с фашистами буквально первые дни во время оккупации, начиная с 17 ноября. Но очень быстро румыны ввели настолько мощные карательные меры, что они отказались от активных действий. То есть, допустим, они взрывают какое-то здание, в ответ за это вешают 10 тысяч человек на улицах. Из-под земли взрывают? Да. Дело в том, что... Кроме шуток. Значит, конкретно 17 ноября, это дата входа румынов в Одессу. 20, я не буду говорить какого, не помню, 25-го, кажется, было взорвано здание на Морозливской, это была румынская комендатура, где было собрание румынских офицеров. Взорвали его не партизаны, партизаны послужили разведчиками, они передали дату, когда будет собрание, а взрыв был радиоуправляемый из Крыма. То есть заряды в подвале здания были заложены заранее, еще до оккупации города. Вот. Ну что, в течение следующей недели, по скромным оценкам, было повешено в районе 8 тысяч человек. Вот. После пары таких... И вам знак назидания, чтобы такого не делали? Да. То есть, чтобы партизан газом травили здесь? Да, как говорит, мы объяснили, что пацаны так некрасиво делать. Убивали здесь людей. Пацаны поняли, да. А что, газом кого травили? Насчет газов, это не легенда, тем не менее, это не выдумка. Тем не менее, оно было неэффективно, да. Значит, в масштабах вот этой карты, вход, которым пользовались вот эти партизаны, находится где-то вот тут. Ага. Это там, где сейчас... Румыны заложили большинство входов бетоном и попытались через один единственный оставшийся вход закачивать газы. Партизаны дико смеялись. Объемы катакомб настолько велики, что один старик, находившийся в числе партизан, сказал, что всех газов Гитлера не хватит, чтобы нас отравить. Он даже преуменьшил. Всех газов мира на это бы тоже не хватило. Для надежности партизаны вот здесь посередине, примерно вот одна вот здесь и одна вот здесь, поставили забутовки, ну, намертво
промазали их глиной, и газ стал уходить в сторону деревянных ворот. Вот тот самый район, где сейчас проводят соревнования, где, ну, который вы знаете. Угу. Вот. То есть газ в катакомбы выпускали, но это было крайне неэффективно. А ты можешь на карте показать, где мы сейчас? Нет, где мы сейчас не существует. А, существует, я не, извиняюсь, не взял этот кусочек. Есть кусок, где мы вошли. Вот. Эти катакомбы слишком огромные. Сколько таких листочков может соединяться? Сюда ничего не снято. Есть вот такой снятый кусок. На нем было вот сбоку база, где мы сидим. А, и то не дошло немножко. А вот туда еще 3 штуки. Но мы очень быстро ушли вот сюда. Немного блуждали вот здесь вот. И вот мы здесь зацепили карту и снова ушли сюда. То есть то, где мы сидим, нету на карте. Ага. Вот, нам надо развернуться и идти строго на юг к Одессе. Вот. Мы можем это сделать при желании. А что здесь пустота? Это гора или что? Или наоборот, нет, очень обидно. Если вы посмотрите хода, которые сюда смотрят, стоят какие-то странные вот стеночки и туда стрелки. Стрелки — это как вытекал песок. И вот видно пунктиром, типа, были хода. Это, все эти хода сообщались, то есть тут была система катакомб, здесь стоит школа. В 91-м, по-моему. Не суть, в 90-х. В начале 90-х. Вот эти придурки местные уничтожили катакомбы под школой. Почему придурки? Катакомбы уже были креплены в 30-х годах под старую школу. И креплены очень грамотно. То есть все заложено камнем. Стенки на цементе, были оставлены узкие хода. То есть оно бы не обвалилось никогда. Школу новую поставили трехэтажную. То есть это не критично для катакомб. Но... для надежности, я боюсь, скорее для того, чтобы освоить деньги. Вот это все уничтожили песком. Запульпировали. Это, да. То есть вот это белое пятно, это не целик, как мы, то есть не вырезанный участок камня. Это просто уничтоженные катакомбы. Гном, а то твои теги на стене вон. Где? Вон сзади, гном 93. А, да. Серьезно, ты рисовал? Ну вот я сюда попал в 93. Это тебе сколько лет было? Ну сколько, 7? 20 ровно. А, 20? Нет, 20. А сколько сейчас по Одессе насчитывается активных людей, которые занимаются катакомбами? Не то, что залетные, раз-два и ушел, а вот именно кто занимается, сколько вас? С десяток, наверное, не будет, даже десятка даже. Очень тяжело сказать, именно фанатов, которые занимаются активно, вот в районе десятка, но может быть чуть больше, там 12 человек, к примеру. Но мы имеем какой-то актив, может быть человек 60, которые принимают участие в серьезных каких-то работах. Время от времени карты. Приезжают. Да, да, человек 60. Но при этом тысячи шарятся по катакомбам, но они не исследователи, они вот заходят куда-то посидеть на базе. Погуляться. И, да, джаги-джаги, и все, да. И алкоголизм начинается, а потом гатилово и пошло-поехало. Ну, вот, да, именно так. Вот. Что у нас? Дать помадку? А у тебя сейчас на телефоне карты ты содержишь? Кстати, дать помадку? В телефоне больше, я привык пользоваться в наше время удобнее, то есть, допустим, оно же легко пальцами расширить, как бы, да, то есть, вот. А мы можем показать? Your soul is mine. То есть я раздвинул пальцами, вот. Оно мне не надо, это, я этот район знаю наизусть. А оно все в один уровень идет или несколько ярусов бывает? Здесь считается, вот конкретно здесь считается, что 2, на самом деле это так называемый, это сохновил термин, полуторный ярус. Слушай, а есть какие-то места, где можно было бы на лодку сесть и долго плыть? Плыть. Чтобы сесть на лодку и плыть, да, но недолго, то есть будут завалы. А у нас всегда мешают обвалы. Понял, как обвалы. Их можно будет перетащить лодку и дальше пойти? Или тут... Вполне, да. Да. А вы не плавали так? Никогда. А что? Не, если честно, не придумал. Просто не задумывался об этом. Потому что у нас кайф, как бы мы снимаем, у нас много выпусков, везде мы на лодках путешествуем по подземельям. Я может, как-то такие приедем с лодкой, поплаваем? Просто с удовольствием. О, класс. Мы просто привыкли, одеваем гидрокостюмы и идем. А у вас у всех гидрики, да, есть? Были, если честно. Я очень давно, у меня последний порвался уже в какой-то 510-й раз, я его выкинул. То есть я его клеил, герметизировал вот этим, там типа утюга прибор, вот такой, ну, как 2 утюга. Типа вулканизация. Вот, да, вулканизатор, ложишь прокладки, да, и я устал это делать, я его выкинул. Слышь, а у тебя вот в этом в хобби есть вот какая-то мечта или вот какое-то самое такое место возжеланное, которое ты бы вот мечтал бы побывать, посмотреть? Огромное, то есть бесполезно говорить, много таких мест. Ну, в мире, может быть, какое-то вот топовое, одно-два. А, нет, все мои мечты сосредоточены под Одессой, но этих мечт или мечтей очень много. То есть я мечтал бы, наконец, побывать и заснять карты между...
То есть они в таком масштабе будут находиться, если считать, вот что такой масштаб тысячка. Оно будет где-то вот возле той бутылки. Вот там за выходом? Нет, не доходя. Не доходя до выхода. Да. Вот. Вот там огромное пятно, полностью не исследованное. Я не сомневаюсь, что там очень интересно. Скину, да, то есть. Ну, это смешно, ну. Слышь, подожди. Это тебе тут сколько лет? 16. 16? 89, да. Одна фотка только сохранилась у тебя? Да. И было немного, было штук 30, но они все ушли вместе с первой женой куда-то в непонятные места. Ага, похож. Слушай, а вот как скажи с своей точки зрения, вот что людей вот привлекает, чтобы вот так вот по полжизни, по 20, по 30 лет посвящать изучению вот именно подземелий? Вот что, вот что тут находите? Единственное, что до того, что ответить, я скажу, что привлекает далеко не всех, очень немногих. Стандартная ситуация, человек приходит в сообщество подземников, ходит 5-7-10 лет, потом он женился, ну, жена, дети, бизнес, извините, это не для меня, это для молодежи и так далее. Это стандартная ситуация, 95%. Есть 5% откровенно, как бы это, наглухо отбитых, то есть больных на голову. То есть это Павлик, вот Пронин, Грек, я, то есть вот Шурик Самороков, больные люди. Что нас привлекает? Во-первых, пейзаж. Если честно, здесь вы сами видите. Как там написано было? Прекраснейший пейзаж. А, прекраснейший ландшафт. Да. Я здесь вижу прекраснейший ландшафт. Крайне необычный ландшафт, которого вы не увидите наверху. То есть чисто эстетическая ценность. Ну, это понятно. Второе, а может быть оно не второе, а первое, это атмосфера. Дело в том, что когда задают вот такой вопрос, большинство, кстати, людей, которые ходят не 30, не 40 лет, а ходят лет 10 под землю, они начинают. Это история, геология, научная ценность. На самом деле, главная причина – это некий альтернативный мир. То есть второй отдельный мир, где мы себя чувствуем как... Ну да, как, собственно, шизофрения какая-то, придуманный наш мир. Наш личный мир, то есть никто сюда не может вторгнуться, кроме таких же, как мы, и никто нас отсюда не выгонит. То есть мы здесь хозяева, но не в том смысле хозяева, как владельцы, мы здесь свои, мы здесь дома, на самом деле. Вот. Нас отсюда нельзя попереть. Вот. Здесь никто не может позвонить, здесь никто не вызовет на работу, здесь никто не скажет, что ой, вот я там задолжала соседу 100 гривен, ты не... ну короче, ничто нас, да, здесь не возникнут люди из прошлого, да, и так далее, много всяких аспектов, то есть мы здесь чувствуем себя, скажем так, я честно скажу, я себя чувствую здесь гораздо лучше, чем в своей квартире. Ну конечно, каждый вот. Думает, только что здесь нет интернета. Да зачем он надо тут? В общем, там здесь и ни к чему. Вот так. А кому звонить здесь? Третья причина, естественно, историческая ценность. То есть, когда ты видишь какую-то грязную, мерзкую кучу земли, которую большинство прошло бы мимо с чувством брезгливости, а ты знаешь, что не надо ее чураться, не надо чувствовать брезгливость, надо взять лопатку или огородный совок, сделать пару этих вот, и у тебя в руках какая-то пивная бутылка времен Первой мировой войны. Или царская монетка 1886 года. То есть катакомбы – это живая история, здесь все напичкано находками. Вот. Не далее, как за углом, мы нашли в 93-м патроны времен первого, ну, партизанские патроны 41-го года. Вот. Можно еще перечислять, но вот, этих, вот эти три причины, наверное, главные. То есть эстетика, атмосфера, история. А что думаешь, будешь лазить, пока здоровечко будет позволять? Пока не сдохну. Со здоровьем у меня очень плохо, я в этом виноват сам, то есть я потихоньку заканчиваюсь. Но, скажем так, если мне придется сюда лазить ползком и на костылях, я буду лазить ползком и на костылях. Да-да-да, класс. Пока не... Пока не тут можешь как монах, как отшельник закрыться и сидеть тут. В келье, ну, себе сделать где-то келью в тупичке. Как бы да, да. Можно сидеть. Будем еду тебе приносить. Буду очень благодарен, да. Кушать-то надо. Класс. Да, в этом есть какая-то, конечно, доля романтики, все это. Ну, да. Это запредельная романтика. Ничего подобного наверху мы найти не сможем. То есть наверху все уже, в общем-то, не считая какие-то леса Амазонки, куда мы будем говорить откровенно, вряд ли мы туда поедем. Вот. Все уже, в общем-то, обжито, обследовано. На каждом шагу какие-то развалины, строительный мусор. Я имею в виду даже места, где никого нет, где сейчас люди не живут.
Либо еще хуже, то есть это город, там все обжито, то есть толпы людей и так далее. А здесь это покинутый город, покинутое царство. Цивилизация, я бы сказал, покинутая. Да, да, как-то так. Забытые цивилизации, они есть. Хватит. Сейчас надо, чтобы мне, чтобы я перестал стесняться, надо будет еще водки. Давайте остановимся. Так, друзья, спасибо большое, что смотрели видео до конца. Вот так вот мы классно только что погуляли по одесским катакомбам. Кто хочет тоже так же классно погулять по одесским катакомбам, есть проводник, вот, господин Валентин Гном. Обращайтесь, тут оставим его данные, он вас классно может поводить. А завтра-завтра у нас еще более крутое событие будет. Завтра мы идем дренажную систему вдоль побережья морского, которую строил киевский метрострой. Будем погибать только уже в воде. По хилам все как положено. Так что смотрите продолжение на моем канале. Подписывайтесь на канал Суперсуса, на Валентина Гнома, на Катерину Ганскую. С днем рождения, Катю. С днем рождения, Катя. Подожди, мы еще не родили. Сейчас, а теперь, друзья, теперь самое интересное в конце. Мы пойдем сейчас искать выход. Если Валентин все-таки будет предрасположен, он нас выведет сегодня. А если нет, ну так что, пойдем водичку искать, будем там спать. Все, друзья, спасибо всем большое. Только спасибочки тебе большое. Спасибо. Это были одесские подземелья. Одесса! Друзья, мы оставим контакты Валентина под видео. Если кому интересно, свяжитесь, договоритесь. Он вас проведет, покажет самые интересные места в одесских катакомбах. Да, Валентин? Да! С удовольствием.